Комнатные цветы для лентяев. Продолжение обзора. Вы не представляете своего дома без комнатных растений? Но в то же время очень заняты и вас часто не бывает дома? Что делать? Я уже знакомила вас с некоторыми цветами, аскетами. Сегодня хочу дополнить этот список и рассказать о растениях, которые простят вам долгое отсутствие, вашу занятость и забывчивость. Аспидистра. Наиболее стойкое, неприхотливое растение, выдерживает отсутствие ухода. Драцена. Украшая подоконник своим декоративным видом, выдерживает затененность, не требует полива и опрыскивания. Аспарагус. Выдерживает любые условия. Вечное растение – замиокулькас. Он настолько долговечен, что даже избавиться от него достаточно трудно. Очень медленно растет, как ни странно, в бедной, неудобренной почве с песком и не требует особого ухода. Хлорофитум. Его несложно выращивать даже начинающим цветоводам. Может расти в любом грунте, везде, где угодно. Его долгое время можно не поливать. Он только повянет, а после полива оживет снова. Герань. Хорошо переносит недостаток влаги. Достаточно неприхотливо, долгое время радует нас цветами. Даже если у вас не найдется для нее времени, все равно будет цвести, хоть и не так обильно. Я рассказала вам о терпеливых и некапризных цветах, почти не требующих особого ухода. Они способны украсить ваш дом, не требуя ничего взамен. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.